Пользователь 60+, Калининский район, выступил на 7-м чемпионате по компьютерному многоборью среди пожилых. Участвовали в нем жители 16 районов города. Задача организаторов – приобщить людей старшего поколения к современной жизни. Ведь IT-технологии при правильном использовании – это и комфорт, и море полезной информации, и масса нужного общения. У нас в городе, у нас в регионе лучшая система подготовки людей, пенсионеров по компьютерному многоборью. У нас 7 этапов, 7 уровней роста. Пенсионеров оценивали специалисты профильных вузов. Конкурс проводился в двух категориях – начинающий пользователь и уверенный пользователь. По последней программе состязался работающий пенсионер Виктор Бударкин. Свое компьютерное мастерство он раньше оттачивал в качестве прораба. И вот сейчас на должности инженера по ремонту и эксплуатации сооружений в Центре социальной реабилитации инвалидов Калининского района. В ходе тестирования ему пришлось поработать с информационной системой жилищно-коммунального хозяйства, создать скриншоты и текстовые документы. Расширяется география, расширяется круг общения, по объему информации, который необходим, работает головной мозг напряженно. Это просто необходимо для современного человека и особенно для пенсионера. Кстати, чемпионат по компьютерному многоборью проходит по всей стране, и по завершению регионального этапа состоится общероссийский. На этот раз он пройдет в Петербурге с 25 по 27 мая. От каждого региона будет отобрано по 2 участника – начинающий и уверенный. Всего ожидается более 200 человек. Причем отдельная номинация предусмотрена и для продвинутых пенсионеров из 15 стран ближнего и дальнего зарубежья.